Два предполагаемых члена подполья, задержанных в Чечне, спецоперация силовиков прошла в поселке Черноречье Заводского района Грозного. Молодые люди подозреваются в участии в незаконном вооруженном формировании. Один из задержанных – житель Дагестана. Он уже признался в том, что с апреля прошлого года был в числе повстанцев, действующих в Веденском районе. Второй молодой человек также дал признательные показания. По его словам, с мая текущего года он находился в группе Муслима Гакаева.